Уходит в долларинг позицию. Оппонент защищает, начинает перешагивать ногу. В этот момент контролируем ворот, продергиваем его по диагонали. Ногой, которая находится между ног, делаем пинок. Продергиваем. Теперь этой же ногой контролируем дальнее бедро. Обязательно нужно, чтобы стопа той ногой, которую мы контролируем, подколенный сустав, чтобы была на весу оторвана. Мы переносим ножку, теперь перезаправляем под колено, приподнимаем ножку, продергиваем ногу в подмышку, вставляем ногу в таз, контролируем корпус. Теперь можем отпустить ворот, забираем свой ворот, закрепляемся. Теперь нога, которая контролировала бедро, переносим ее ко второй стопе, сводим бедра, разворачиваем в сторону ноги и добавляем таз.